Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы благодарим вас за любовь к авторской песне, что вы так преданно любите ее и ходите на концерты, на наш фестиваль в частности. Было очень тепло и в прямом, и в переносном смысле слова. И настолько естественно находиться было в среде тех, кто думает так же, как ты, кто поет, кто дышит этим воздухом. Фестиваль «Облака» подходит к завершению. Мечтали побывать на «Облаках», увидеть наших друзей. Это осуществилось. И еще одна интересная и почти загадочная наша мечта осуществилась – встретиться с теми, чьи песни мы очень любим. С Ольгой Качановой и Вадимом Козловым, чьи песни мы поем. И одну из них мы хотим спеть вам. Несет к рубежам, Господи, как красиво.
красиво, просто невыносимо вынести бы с собою, да не удержать. Мы будем жить долго. Спасибо большое. Мы действительно очень счастливы, что нам удалось познакомиться и повидаться, и подружиться с авторами этой песни — Ольгой Качановой и Вадимом Козловым.